Всем привет! Сегодня у нас 10 число. Я хочу показать кое-чего. Дори стала мамой. У нас трое красивых птенчиков. Ну, сейчас они, может, не очень красивые, маленькие. Но вы помните, у меня в видео было показано, что первые яички я у нее забирала, подкладывала муляж из-за того, чтобы они вылупились ближе к друг дружке. Получается, первый 7-го вылупился, а второй у нас вылупился 8-го и 9-го. Будем ждать еще 2 яичка. Всем пока, до новых встреч!